Завтра у меня очень важный день. Я первый раз иду в школу, поэтому нужно как следует подготовиться. Купить форму и новую обувь, зайти в парикмахерскую и, самое главное, купить портфель. Какую же выбрать? Примерю сначала те, которые мне нравятся, а из них уже выберу. По-моему, вот это мне подходит больше всего. Ну все, решила, покупаем эту. Ну а теперь магазин обуви. Надо же, какой огромный выбор! Как вам эти? А вот эти? Нет, эти мне не нравятся, а эти мне жмут. Остановимся на вот этом варианте. Теперь заскочим в парикмахерскую. Добрый день! Посоветуйте, какая мне прическа подойдет. Я завтра иду в первый раз в первый класс. О, поздравляем вас с таким важным событием. Поэтому рекомендуем косы. Они очень популярны, и вы будете в тренде. Ну все, с прической определились. Осталось зайти в магазин сумочек и аксессуаров. Хотите приобрести что-то нужное к школе? Как вам очки или планшет? А может быть, наушники пригодятся? Нет, спасибо, это все у меня есть. Мне бы школьную сумку. Как вам это? Очень красиво, но непрактично. Тогда рюкзак. О, да, он точно подходит. Ну все, теперь можно и домой. О, спокойной ночи. Нужно хорошенечко выспаться, ведь завтра предстоит ответственный день. А вот и утро. Так, нужно как следует вымыть ручки специальным детским мылом. Вот так вот. Ручки теперь сверкают чистотой. Ну а теперь нужно почистить зубки. Ведь чистить зубки — это очень важно. Если регулярно следить за гигиеной полости рта, зубки будут здоровыми, а улыбка будет красивой. И лишний раз не придется обращаться к стоматологу. А вы регулярно чистите зубки? Теперь нужно хорошенечко умыться. Я пользуюсь специальным детским мылом, которая идеально подходит для моей кожи. Осторожненько намыливаю лицо, чтобы пена не попала в глазки. И затем смываю тепленькой водичкой. И вытираюсь полотенечком. Ну а теперь можно и одеваться. Так, где мои новые вещи? Вот, теперь я выгляжу замечательно и полностью готова к школе, где ждут меня новые знакомства с друзьями, с которыми я буду вместе учиться.